Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, замечательно, в нашей главе БИАР есть такое о 50-м годе, юбилейном годе. Очень много материала, очень много интересного, глубокого. Но давайте вот о чем, пофилософствуем чуть-чуть. Написано: «Освятите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее». Это первое вообще в мире, вдруг ни с того ни с сего, в обществе, живущем рабовладельческими какими-то понятиями, появляется идеология «отпустить рабов». Обратите внимание, в Америке, сегодняшняя крупнейшая страна мира и так далее, в ней вообще раньше особенно были сильны библейские традиции. И 23-й псалом, это знаменитый «Господь мой пастырь», его знают все, на долларовых бумажках что написано? Написано на долларовых бумажках: «Господь мой пастырь, мы уповаем на Бога, да, in God the trust», да. В столице штата Алабама, например, в муниципалитете украшают скрижали завета с 10 заповедями. Перед входом в штаб-квартиру ООН написано: «Перекуют мечи на орала». То есть, ну, все, там еще фигура в учащейся, все в порядке. Но есть еще интересно. Наконец, на колоколе свободы, знаменитом главном символе, одной из самых главных во главе со статуей свободы, выбиты слова из сегодняшнего раздела Торы: «Объявите свободу на земле всем жителям ее». Так написано из горы БИАР. У этого колокола, кстати, очень интересная история, которая относится к нашему рассказу. Еще в 1700 в каком-то году он впервые был, значит, с башни независимости в Пенсильвании, прозвенел, собирал граждан на первое публичное чтение Декларации независимости. Потом принято было решение отлить специальный колокол во знаменование 50-летней годовщины, принятие вот хартии привилегий. Это был документ основополагающий. И вот стих этот «Ваикра», из «Ваикры» в Америке, конечно, в левитах подошел к колоколу и написали, как про юбилейный год, йовель на это, такое важное событие. Однако колокол этот, интересно, что знаменитый не тем, что он с хартии, а тем, что он треснул. И в конце, там, 1753 год был, когда его повесили для пробного звона, стукнули, все, нет звука. Колокол расплавили, добавили еще там медь, все, опять не работает, плохо, переложили. Это уже второй, потом он опять треснул. И очень интересно, треснуть она росла, и вот в день рождения Джорджа Вашингтона знаменитый колокол признали негодным. И с тех пор есть одна традиция в Америке: в день независимости, 4 июля, к нему как бы похлопывают, по нему символически звонят. Вот не странно, что ведь случайного нет в этом мире. Символом Америки стал дефектный предмет такой. Впрочем, обратите внимание, это есть и другие страны. В России, например, не стрелявшая царь пушка там, или расколовшийся царь колокол – символы. Египет видят с носом отбитым, сфинкс тоже. Получается, что сам дефект становится частью как бы славы, да, раскручивая. И вот сказали мудрецы из этого все: размышляя над своей жизнью, мы иногда приходим в уныние. Часы тикают все быстрее, с каждой минутой проходит жизнь. У нас столько дел, мы ничего не успели, там, недостатки, характер, то, все. Что делать? Как сумеем, наконец, взять в руки штурвал жизни? Что это? Уже, вот, казалось бы, там, 30, 40, 50, 90, сколько там? Легко впасть в отчаяние. И все же не случайно именно треснутому колоколу было суждено объявить свободу на земле. Ничто в мире не совершенно, говорит нам это все. Ни символы, ни люди. У каждого из нас есть свои трещины. Но даже в самом несовершенном, подтреснутом человеке, так сказать, заложена способность объявлять свободу настоящую. Потому что подлинная свобода – это умение властвовать над собой, написано, управлять своими побуждениями, не давать ими управлять нами. И такая свобода, она достижима, но в том случае, если мы какое-то отношение к Торе имеем. Где-то урок услышали, где-то тянемся хотя бы. Хотя бы тянемся немножко. И тогда, да, тогда она, проникая в душу, уже тогда вот эта трещина заполняется словами Торы. Так написали великие мудрецы. Сейчас много войн на земле, сейчас много, все люди дерутся за землю, за... Надо обращаться к раввинам. Вот знаете, был такой, чтобы закончить наш урок, были двое соседей, они вечно не могли договориться, кому принадлежит кусок земли, там драки, распри. В общем, подошли, в результате всего скандала, пришли они к раввину. Рассказывают оба ему свою версию, а раввин, пока они вместе на спорном участке находятся, вдруг лег на землю и ухом слушает, они остановились. В чем дело, говорит? Он говорит: понимаете, каждый говорит, что это его земля, а я решил узнать у нее само, что она говорит. Послушай, она говорит, они оба мои. Поэтому надо понимать, что все мы принадлежим, оттуда пришли и туда придем. Надо не тратить свое время на войну, на распри, на глупости. Надо немножечко продвинуться по духовной шкале. Брахава, слаха.